Казань попала в зону интересов британского вуза. В связи с этим 22 мая на территории Института управления экономики и финансов ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с представителем Лондонского университета, курирующего международные проекты в странах Центральной и Южной Азии. В свою очередь Ильшата Гафурова интересовало, какие преимущества получает университет и его студенты от подобного сотрудничества. По его мнению, взаимодействие должно учитывать размеры университета и все приоритетные направления, которые сегодня развивает КФУ. В целом для нас интересно, конечно, был бы и международный опыт управления такого рода университетскими холдингами. Отвечая на вопросы ректора и других участников встречи, господин Льюис Маккинон раскрыл стратегию Лондонского университета, направленную на привлечение абитуриентов со всего мира. По его словам, если непосредственное обучение может сводиться в сумму 50 тысяч фунтов в год, то партнерские программы позволяют значительно снизить затраты студента, так как фактически обучение проходит в вузе-партнере с последующей проверкой знаний и выдачей второго диплома. При этом у проекта есть две стратегии реализации. Первая стадия – административная, включающая в себя разработку бизнес-плана и анализ возможностей региона. Второй этап – это приведение учебных планов к стандартам Лондонского университета. Решение о включении новых партнеров в проект принимает специальный совет Лондонского вуза. Ближайшее такое собрание состоится в ноябре. К тому моменту Казанский университет планирует завершить этап подготовки необходимых документов. Согласие на участие в проекте было получено от ректора Казанского университета. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.